Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, и мы начинаем прохождение BioShock Infinite. Поначалу хотел сделать первый взгляд, не хотел углубляться в эту игру, потому что в последнее время мне охота проходить исключительно хорроры, но посмотрев на оценки, я понял, что это как минимум один из главных претендентов на игру года и вообще одна из самых высоко оцененных игр за последнее время, поэтому захотелось ее пройти, очень многие просили. Так что давайте начинать. Игра только что вышла, 10 минут назад ее разблокировали в Steam. И мы начинаем. Новая игра от Irrational Games. Новая игра в серии BioShock. Я, честно говоря, не очень люблю старые BioShock. Ну, то есть первый BioShock в свое время не вкатил очень даже. Но потом вышла вторая часть, которая, по сути, оказалась серьезным топтанием на месте. И достаточно хуже в плане сюжета. Но сама по себе концепция, конечно, шикарна. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Во время вступления помолчим. 1912 год. Бережи штата Мэн. Начинается все как обычно, умыка. What's this? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? Я не совсем понимаю, что происходит, но... One does not undertake an experiment. Маузер, one отлично. Failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do. No, we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest. Надпись на фотографии. Прибыть в Нью-Йорк целым невредимым. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Он огребет. Нормально. Так, ну мы приплыли, судя по всему. Что происходит? Кто мы? Как вообще? Это все связано с оригинальным BioShock'ом? Ну, судя по всему, с оригинальным BioShock'ом это не связано вообще никак. Что по-своему хорошо. То есть полностью новый сеттинг. Это, на мой взгляд, достаточно любопытно. Я скажу честно, я практически не смотрел трейлеры и вообще избегал каких-либо контактов с информацией по этой игре. Просто потому, что такие вещи люблю. Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Да, до свидания. Да куда они поплыли-то? В такую погоду на лодочке это, конечно, экстрим. Короче говоря, просто хотелось именно новых свежих впечатлений, а если смотреть трейлеры и тому подобное, то, понятное дело, такого не получится. Так, а что такое? Две монетки сразу взяли. Хорошо. Этот пирс явно видывал лучшие деньки. Внушает. Графика в игре очень приятная. То есть сейчас включено все по максимуму в DirectX 11 режиме. И выглядит, надо сказать, крайне приятно. Но при этом, понятное дело, без откровений. Потому что, по сути, это все-таки игра с консолей. Так, Дэвид, приведи нам девчонку и... Ну тогда, то есть, ты расплатишься своими долгами. Это твой последний шанс. Хорошо. Excuse me, it's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? То есть, это нам послание? Принеси нам девчонку и ты погасишь свой долг. Твой последний шанс. Странно. Фух, так. Вот и наш главный герой. Начинается все примерно так же таинственно, как и первый BioShock. Там, конечно, поначалу было ощущение чего-то непознанного. Прям било в щи, как говорится. Очень крутое было начало. Так, что-то блестит. Монетки. Для чего они нам интересны? Вообще, в свое время я достаточно плотно играл в System Shock.
Вот это вот развитие идеи где-то шаги назад. Да, на самом деле. Где все-то? На самом деле интересно следить за серией, как она претерпевает изменения. И то, что я вижу в BioShock Infinite, это, на мой взгляд, самое лучшее развитие событий из всех возможных. Так, хорошо. Приготовься, он на пути, ты должен остановить его. Си. Круто. Алло? Тишина. Связи нет. Блин, насколько круто это внимание к деталям. Хорошо, что мы делаем в раковине? Давайте попробуем использовать. А, это воду включить. Ладно, не будем тратить. Какой-то бардак кругом, тут борьба была, что ли, я не знаю. Хорошо, давайте подбираться наверх. Оп, аккуратно. Отлично. Черт. Не разочаруй нас, надпись на нем. Его пытали. Вот инструменты, пыток. Что происходит? Здесь его ударили головой, скорее всего. Да. Дела. Что самое печальное, то, что выбраться нам отсюда уже никак. То есть лодка уплыла. Провизия. Что в бочке? Груши. Хорошо, возьмем, конечно. Почему нет-то? Я уже не хочу подниматься. Скорее всего, там те товарищи, которые запытали бедного работника этого маяка. Но выбора у нас нет. Это очень напоминает The Darkness, первый финал, помните? То еще место было. Так, свиток, ключик два раза и кинжал два раза. Ну, окей. Ой, пардон. Ну, это было просто. Какого черта? Офигеть, что происходит? Знаете, что напоминает? Близкие контакты третьей степени, фильм Стивена Спилберга. Древний. Это все, я думаю, не к добру. Офигеть, что такое? Блин, звуки, конечно. Мама. Мама. All right. Looks like they expect me to sit in their fancy chair. Букер, твоя мотивация мне непонятна. Зачем ты должен сесть? Ну, ладно, хорошо. Давайте присядем. So now. The hell? Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. Отлично. No, no, God damn it! Ascension. Что происходит? No, no. Three, two, one. Поехали. Ascension. Ascension. Я в космос полетели, что ли? 15 тысяч футов. Офигеть, это же... Аллилуйя. Это как вообще нормально? Дирижабли. Хм.
Да, это, конечно, не город Восторг. Это что-то другое. Отец Комсток, наш пророк. Я не совсем понял, но куда-то мы попали. Почему бы ему послать своего послателя к нам, если мы сами не хотим своего спасения, если мы не заслужили его милости? Он вел нас к новому раю. Последний шанс на искупление. Вот это точно можно сказать, мы попали. Это ненормально, мы сели... Как это вообще? Ну ладно. И проведет пророк людей его к новому раю, к новому Эдему. Приехали. Просто нет слов. Это ненормально. Эй. Откуда эти песнопения доносятся? Если я смотрю, все на религии повернуты. Ну, красиво, конечно. Не, ну студия Rational Games, по ней всегда можно было сказать, что она в плане дизайна... Так, слово пророка. В плане дизайна одна из лучших, если не лучшая. BioShock 1 и его подводный город выглядели так, что... Просто временами отвисала челюсть. Что самое главное в играх от Кена Левайна... Так это посыл скрытый, заложенный. Не всем виден, но игры его гораздо более сложные, чем может показаться на первый взгляд. Здесь есть ощущение, будет так же. Блин, красиво, конечно. Но почему столько воды? Мы же на небесах. И в моем чреве вырастет семя пророка. Зачем эти монеты я собираю? Видимо, в будущем мы будем на них что-то покупать. Так. Нечитабельно. Что-то знаете. Так, это не выход. Нужно выбираться отсюда. Голософон. Это мобильник местный. Love the prophet because he loves the sinner. Love the sinner because he is you. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin, what grace has forgiveness? Нормально. Она сказала примерно следующее. Любим пророка. Так, серебряный орел. И любим грехи, потому что без грехов не было бы прощения. И кто мы без прощения? Что-то в этом духе. Это как... Excuse me. Ого. Where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till... Рай, да ты издеваешься. I just keep such questions to myself, unless I want to get made. Вы знаете, есть ощущение, что наш герой прекрасно понимает, куда он попал. Потому что он, видите, говорит, что его сцапает, если он будет расспрашивать таким образом. Но я, честно говоря, не понимаю, куда же мы попали. Какое-то место совсем странное. Ого. Офигеть.
waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down... Блин, это слишком офигенно. Прям вообще как-то. Вы только посмотрите на это. Какого черта? Куда я попал вообще? Нужно как-то... Я не думаю, что хорошая идея подходить к этому служению. Нужно убираться к чертовой матери отсюда. Ох, как с чувством прям. Путь прощения — единственный путь в город. And not purge the vipers of the Orient. It would have been... Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be wanted clean before our prophet, our founders, and our lord? I just need passage into the city. Passage to the city? Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Hey, I'm just looking to pass through. Я чувствую проблемы. Господи, как я не люблю такой подход. Ну, какой у нас есть выбор? I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our lord. Крещение, как оно есть. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Докрестились. Так, это что, флешбэк? Who's there? Bring us the curb and wipe away the jet. What do you want? We had a deal to it. Open this door right now. I told you. Not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Что-то как-то страшновато. Как мы видим, у Дьюита своих тараканов хватает. Офигеть. Это что происходит? Ладно, допустим. Я пока вообще не понимаю, что происходит. Это хорошо. Сюжет явно непростой. That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. Отец Вашингтон. To Father Franklin, a key of gold so that Eden might have industry that set her above all other nations. To Father Jefferson, a scroll so that нормально. Наконец сухая поверхность. So they may better love the air. Да, я согласен с тобой. Что такое Колумбия, если не другой ковчег для другого времени? He who crossed the Delaware with flaming sword and wings of angels. Знаете, а тут хорошо. Красиво, спокойно. Прям рай. Калибриум. Слишком хорошо. Семя пророка да будет выседать на троне. Горы людей типа закует в пламени. Рукотворные горы. Офигеть. Мало игр, в которых ты просто стоишь и смотришь, открыв рот. Но это... I know, Mr. Smith. I never had one.
Смотри, все довольные, все счастливые. Но тот, правда, какой-то смурной. Здрасте. Можно хот-дог? Спасибо. Офигеть. Я просто хожу, на самом деле, как из деревни в Москву приехал. Раскрыв рот, шею сверну себе сейчас. Вся Колумбия празднует. Чё празднует-то, пацан, расскажи. Ладно, не хочешь, как хочешь. Статуя, конечно, как надо. Не, ну они, знаете, они маленько поехавшие, но при этом как живут. Нормально. Может, заглянем. Хотя зачем нам костюмы? Ну мы заглянем. Здесь продают костюмы. Магазинчик Хадсона. Ну и платье. Ого. My dear fellow, they are a temperamental and unreliable lot to a man. Uh-huh. I told him that the park is exceedingly far behind schedule. The landscaping is half finished. The statuary hasn't arrived. The fountain is full of rainwater, for God's sake. Even the marigolds are still unplanted. All work which should have been done months ago. Может, они тут все и порядочные люди, но я нет. Давайте грабить. Голософон. К сожалению, голософоны не проигрываются субтитрами. Проповедь пророка очередная, в которой он говорит, что ему архангел показал этот светлый город. А он спросил, зачем он это показывает именно ему. Суть в том, что пророк что-то увидел. Каким образом это все держится в воздухе и именно по уровню, не падает, не наклоняется? Ну, там, смотри, хитрые конструкции, винты, офигеть. Прикольно. Это сколько должно потреблять это все электроэнергии и топлива? Так вдуматься. Почему бы им где-нибудь на Гималаях? Вот, смотри, как красиво. Короче, найти себе тихий уголок где-нибудь на земле и там не жить. Зачем все так сложно? Ну, ладно, вроде всем все нравится. Деликатесы. О, сыр. Я хочу сыр. Отлично. Так, ну и хлеб еще. Хапаем пока есть. Руки загребущие, цепки длинные. Здрасте. Все довольные прям. Где подвох-то? По-моему, с ним что? Что там такое? Ух ты, да, посмотрим. Нормально. Мы попали на парад какой-то. Да, пророк ведет нас к светлому будущему. А люди внизу называются садомитами. Чудо-ребенок рожден. Будущее города в безопасности. Ты не боишься упасть вообще, нет? Блин, я не знаю, как к этому относиться. Это все слишком круто, но при этом я вообще не понимаю, где я, что я тут делаю. Но тут живут люди крайне неплохо, надо сказать. И вроде все всем довольны.
Лотерея вон там участвует, кто-то говорит. Columbia Raffle and Fair. Ого. He's strong in the sword, but a bit weak in the key and the scroll, if you get my meaning. Судачит там что-то. Так, куда мы идем? Сюда? Блин, прикольно. Флажки можно себе получить? Типа. Сумочка пустая. Здрасте, извините, не расслышал. Я тут мимоходом. Разговорчивая какая. О, какой сад, прикольно. Сыры еще, отлично. One man goes into the waters of baptism, a different man comes out, born again. Один человек, говорит, вышел в воды баптизма, но вышел другой, переродился. Perhaps that swimmer is both sinner and saint, until he is revealed unto the eyes of man. Фальшивый пророк. Кинетоскоп. Посмотри. Кино? Кто такой уже пророк? Может он? Или он? Или он? Или ты? Понятно. Хорошо. Так, я думаю, все-таки пора двигать уже. Как там было? Куда нам? Не-не-не, нет-нет-нет. Ну ладно. Случайно включилось. Только Бог знает. Альберт Финн представляет. Только сегодня. Самый гейский квартет Колумбии. Ну, я думаю, у этого слова есть другой перевод. Просто я его не знаю. Но как бы там ни было, читается это так. О! Блин, я от одного к другому мечусь. Это вы, что ли, гейский квартет? Ну, ладно, до свидания. Своеобразно так все, да? Ну, я бы здесь жил. Здесь прямо очень круто. Yeah, that's where they said I'd find her. Telegram, Mr. DeWitt. Huh. Telegram for you, sir. Для нас. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. 77. Stop. Lutess. What the... Нормально. Я, кстати, хочу сразу отметить, что игра далеко не для всех. То есть, по сути, если воспринимать ее тупо как шутер, то пройдут ее даже там 11-летние дети. Но здесь именно много слоев. И вот эти разговоры там про радикализм и прочее. Очень много всякого. Я уже вижу это. Над чем есть подумать. Бля, ну это высота. Так, я наверняка могу посмотреть, ну точно. Мне показалось, или крылья шевелятся? Нет, показалось. Хорошо. Я на самом деле как экскурсант, мне он дает уже ачивменты. И вам не кашлять. Салют, народ радуется. Так,
«Освети путь с поцелуем дьявола». Это, видимо, новый какой-то спектакль. Что это? Ого. One swing, and feats of wonderment are at the tips of your fingers. You know our prophet. Слушай, я хочу себе такую штуку. You know our prophet is kind, and he has это... Ну-ка, еще замути что-нибудь. Понятно, это какие-то аналоги плазмитов из Биошока. Ну, собственно, почему он Биошоком и называется, потому что здесь... Не знаю, как здесь, но... Биошок им свой ДНК меняли по 10 раз на дню. Почти женщина и дитя. Ударь трех дьяволов. Так, тихо. Хорошо. Что происходит? Я не совсем понимаю. А вон второй. Ну, нормально. Здесь это, короче, с помощью каких-то напитков делается, которые дают тебе необычные свойства. Спасибо. Прикольный парк какой-то. Так, ну ладно, покупать мы. С винтовки дадут пострелять? У тебя 30 секунд, стреляй в цели для очков. Попади в Дейзи Фицрой для бонусных очков. Окей. Я, кстати, играю на геймпаде, поэтому могу и мазать. Если что, товарищи рыцари клавомыши, не ругайте строго. Так, начнем. Какая странная винтовка. Фига. Нормально, к чувствительности постепенно привыкнем. Но я уже вижу, что жить в принципе можно. Нормально, второе место пойдет для первого раза. Так, хорошо, давайте мне мой приз. Прикольно. Ого. Как обычно. Ого. Рукастый. Какого черта это делаю? Что происходит вообще? Ну ладно. Нормально. That don't mean me. Так, ладно. Ой, опять я включил этот. One man goes into the waters of baptism. А мне по-любому нужно сюда попасть, да? Так, ну хорошо, будем искать возможность попасть. Возможно, ты мне что скажешь. Ты не лупи с такой силой, да? Нормально. Типа местное йо-йо. Так, хорошо, давайте искать людей, которые могут нам помочь с проникновением туда. Так, отправляйтесь на остров Монументы, найдите девушку. Вам надо найти девушку, она на острове Монументов. Капитан.
Как бы мы без тебя? Give me one of those. With just a whisper, they're all. Гипнотизер. Вот это приходы. То есть это приворотное зелье? Press to turn machines into allies. А, теперь мы умеем машины ломать. Хорошо. Если у вас есть гипнотизер, нажмите левый триггер, чтобы сделать машину вашим союзником. Ну... Ой, да ладно, не стоит. Тихо, не палимся. Heads or tails? Come on, let me through. Heads or tails? Посмотрим. Heads. Told you. Hmm. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up. There's always next time. I suppose there is. Ребята, вы все тут очень странные. Но мне в этом городе нравится, я не знаю почему. Здесь хватает своих каких-то шизовых вещей, но по крайней мере, блин, как тут красиво. Ты посмотри, прям кажется, что можно вздохнуть этим воздухом. Ветерок. Да, городок явно непростой. Я офигею. Блин. Ты должен знать лжепророка по его метке. У вас на руке как раз такая метка. Отлично, поздравляю вас. Мы попали в такое ощущение, что в самый разгар какого-то праздника, потому что не может у них каждый день быть такой. Салюты. Что происходит? Какие-то фрукты? А, так это теннисные мячики. Или бейсбольные. И чё, зачем они вам? Ну, ладно. Не хватает солей. Ну, вот тоска, печаль. Так, ну давай купим соли. А, у меня денег не хватит. Окей. Как ее использовать? А, вон она у нас набралась. Понятно. Не получится сломать. Капец. Песнопение. Лотерея, вон оно что. Мистер. Я? Sorry, no sale. Silly, there's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. 77, that's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl! Is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? All right then, the winner is number 77. Ну отлично. Here, over here, he's the winner. Number 77, come and claim your prize. First round.
Нас же предупреждали об этом. Сейчас что-то будет, я чувствую. Не может все быть так хорошо. Чего? Вот и лажи вылезли, да? У нас есть выбор. Ну, конечно же, да посмотрите на его усы, да? Where'd you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? Oh. And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show 'em what we got planned, boys! Stop him! Ну, хорошо, поехали. Я так и знал, что все это так не может долго продолжаться. Заметив череп на противнике, нажмите Y, чтобы добить его. Иди сюда. Нормально. Так, подожди, берем все. Надо валить, это же надо было так. Колумбия! Странное оружие у нас, но мне нравится. Хорошо, иди сюда. Спокойно. С огнестрелом, товарищ. Так, ладно, нормально. Бегут. Да. Я думал, это взрывчатка. Это не очень хорошо, да? Так, подожди, мне на него не нужно запрыгнуть, я-то думал уж. Хорошо, не будем спешить тогда пока. Ну, окей. Офигеть. Так, я понял, что надо было делать. Ладно, что? Да ты вообще что ли? Locked. Давай, ну. Чё вообще произошло-то? За что они меня... Какой вообще лжепророк? Так, ну хорошо, надо убираться. Нам куда-то сюда. Да, ребят, у вас не слишком ли много? Блин, со всех сторон. Нормально. Фу, так. Надо было, короче, ломать этот пулемет. Тихо, все. Вон он, мать, отстреля. Так, соли, отлично. Влипли. Так, нам туда, а тут что?
Тут ничего, понятно. Хорошо, как мы это все откроем? Вот так просто не откроем. Откроем, конечно. It's getting hot. What's going on? Да, отлично. Проблемы? Нам не нужны совсем. Давай бежим. 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 Подожди, он живой еще, что ли? Верни. Да. Нормально. Как вы видели это вообще? Это не пробник, да. Зажмите, чтобы поставить ловушку. Блин, можно было сначала... Прикольно. О, это можно будет использовать. Давай сюда. И полицай уже донимать начинает. Фу, так, как еще можно менять на левый бампер? Понятно, но это мне больше нравится. Хотя против пулеметчика пригодился бы тот. Да ладно. Так, все, бежим. Вы знаете, это вот, несмотря на то, что это все далеко не под водой, это вообще в небесах где-то, это именно похоже на Биошок, именно, то есть как-то атмосферы, все вот ощущения мира и вот эти вот приколы, типа там разнообразного арт-деко стиля и тому подобных вот этих вот рекламных плакатов, то есть ощущается именно как Биошок, но при этом совершенно по-другому. Странно. Фу, блин, вот это начало, офигеть. Сначала мне этот город понравился, но потом я увидел, что здесь так или иначе бьют людей. Ну что, давайте на этом закончим первую серию. Она у нас получилась довольно-таки объемная. В следующей продолжим. Пока что могу сказать, что игрушка крайне хорошая, но своеобразная, то есть на любителя. Сразу могу сказать, что понравится далеко не всем. Но если понравится, то уже очень крепко, потому что я вот уже буквально влюбился в эту игру. Именно за ее такое своеобразие, атмосферу какую-то такую странноватую, но прикольную. Вообще за неповторимый ливайновский стиль. Irrational Games, как всегда, жгут. Так что надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии, скорее всего, сегодня же. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.